Здравствуйте всем, я Оксана, и жизнь как она есть. Наверное, меня плохо слышно, потому что идет прогрев самолетов, а аэропорт у нас совсем рядышком. Поэтому вот такой звук сильный. Погода у нас, конечно, опять ужасная. Туманище, холодно. Но мне нужно ехать в город. Снимая вчерашнее видео, я не думала, что будет вот такое обсуждение. Мне написали несколько человек в комментариях по поводу того, что какое вы имеете право осуждать и все такое. Я сказала в ролике, я никого не осуждала, это было не осуждение, это было мое мнение и то, что я знаю. Я немножко знакома с опекой, ну, может быть, немножко, и это дает мне право высказать свое мнение. И, ну, я Оксана немножко постарше, на 11 лет, поэтому какой-то опыт у меня все-таки есть, и я могу сказать то, что я думаю. Вот так. Сегодня болит голова, потому что погода скачет туда-сюда. Сегодня я попробую сделать маленькое дополнение, наверное, потому что я вчера еще не все сказала. Многие спрашивают про соцзащиту, есть у нас какие-то эти или нет, вот льготы, знаю я или нет. Я не знаю, но сегодня я постараюсь это уточнить. Значит, я в дороге, мне нужно сдать отчет по сельскому хозяйству. Сначала я буду в УСХ, потом в Министерство сельского хозяйства. Детей отвезла в школу. До 12 у меня есть свободное время. Поэтому сделаю все свои бумажные дела. Если я успею в министерстве полностью отчитаться, я зайду в Министерство здравоохранения. Потому что оно здание в здание стоит, один адрес. Только с разных, по-моему, я так поняла, сторон вход. Я с утра сегодня позвонила, спросила, можно проконсультироваться по квотам и все такое. Сказали, возьмите талончик, консультативные окна работают. Поэтому попробую так. Мне сегодня нужно еще успеть в опеку, взять бланки для отчета годового. И там тоже кое-что поспрашиваю. Вот такие планы. Голова лохматая. Что я сегодня с ней не делала? Бесполезно. После вчерашней бани она у меня ничего не делается с ней. Да и все равно. Все. Не могу выключить. Я приехала, ой, ёлки, я приехала в мэрию, сейчас дам отчет, нет, подпишу, и потом в министерство. Тут оно тоже недалеко. Чем хорошо у нас в городе? Все в шаговой доступности. Все вот эти службы, все это находится в центре города. Поэтому по времени это занимает не так много. Все быстро, удобно, комфортно. Все. Ну вот, 5 минут и все готово. Поэтому бумажки подписала, сейчас мы в сельхоз едем. Ну вот там я могу застрять, потому что идет полностью сверка, что мы сдали. Сверка за все 4 года, в которые мы отчитывались. Поэтому, ну, посмотрим. Надеюсь, что я все успею. Не прошло и 2 минут, и я уже на месте. Я надеюсь, меня слышно. Ну, если нет, то придется потерпеть. Потому что микрофон я только заказала, и он придет у меня, ну, на днях. Отправили транспортной компанией. Поэтому ждем. Если плохо слышно, ну, не моя вина. Мы уже в министерстве. Не знаю, будем раздеваться, не будем раздеваться. Давайте разденемся.
Здрасте. А, сейчас паспорт достану. Сейчас. Все. Возьмите, спасибо. Так, все. Пошли мы дальше. Дальше пропускная система. Здрасте. На второй этаж. Управление сельского. Все, спасибо. Зачем я брала паспорт, не знаю. Он не понадобился мне. Сейчас главное найти кабинет, в котором мне нужно будет сдать отчет. Так, где-то у меня карманы, по-моему, в этом платье карманы были. Надеюсь, что там не будет никого народа. Все. Мы находимся в Министерстве сельского хозяйства. Так, где же мы его будем искать? В каком-то кабинете. А, по этим сейчас посмотрим. Как его? По вывеску. Если бы они еще были везде. Или хотя бы заглянем, увидим. Ребят, где у нас отчет по гранту? Принимают. Такой большой дядечка. Ну, по начинающему фермеру. 212. 212. Все, спасибо. Вот так. 212. А точно, мы же там были. Сейчас он будет нас рад видеть. Наверное. Здравствуйте. Че мы с отчетом? Да, вижу уже. Знакомые лица. Здравствуйте. Здравствуйте. Ладно, я отключаюсь. Ну вот, вышли мы из кабинета. Сегодня какой-то везучий день, что ли. Мы буквально тоже, если до этого знакомая весь день там просидела, сдавала, то мы 10 минут я не просидела там. Сдали все сразу, сдали все быстро, подписали. Ну, копию ВСХ я сегодня уже не повезу. Поеду дальше. Министерство, оказывается, не здесь находится. Ну ничего, я проеду туда. Ладно. Ёлки-палки. Неудачник я еще. Я еще толком не умею пользоваться этой палочкой. Но всему будем учиться. Все, спасибо большое. Опа. Опа. А Михалыча нету. Рядышком плохо. Ага, хорошо, давай. Все. Поехала я дальше. В общем, сегодня я успею, похоже, сделать все. Три двери аж. Это хорошо. Поговорят, что понедельник день тяжелый. Ничего не тяжелый. Он нормальный. Все равно все это рядышком. Но только не пешком придется, а ехать на машине. Сейчас забью в 2 ГИС и буду искать. В общем, я заблудилась немножко. Вбила не тот адрес, не Курашова, а Каландарашвили. И уехала в другую сторону. Но зато мимо опеки. Сейчас возьму бланки отчетов. Еще кое-какие документы возьму. Мне их нужно. Будет дальше отдать. Поэтому, ну, что не делается, то делается к лучшему. Не люблю лестницы. Ужас. Мне надо на 4-й этаж идти. А, не видно, хотела снег показать. Там деревья такие пушистые.
сейчас придем. А, значит, вышла я с опеки. Что могу сказать? Поговорив со специалистом органов опеки, она мне пояснила, что только со стороны опеки какая может оказаться помощь? Во-первых, информационная. Во-вторых, может быть какое-то ходатайство по поводу пособий. Пособие выплачивается вот на ребенку-сироту, это через органы опеки. Они отправляют, так же, как и мы получаем. Все остальное относится к Министерству здравоохранения и социальной защиты. Едем дальше. Ехала я в Министерство здравоохранения. 2 минуты буквально. Видно, да? Сейчас. Ой. Вот, Министерство здравоохранения. Сейчас мы возьмем талончик. Я надеюсь, народу здесь немного. Ну, говорили, что немного. Так, сейчас узнаем. Скажите, сказали, где-то информационное есть. Где окошки? Туда. В другое здание, да? Или здесь? Сюда пройти можно, да? Все, спасибо. Сейчас мы пойдем дальше. Где дальше? Будем искать. Здравствуйте. Так. А где? А, вон там дальше. Лабиринты. Я, наверное, не в ту дверь зашла. Неудобно, но вон там есть штука, где взять талончик. Вопросам специализированной медпомощи. Прям по вопросам санаторно-курортная нам не нужна. Специализированная медпомощь. Взяли талончик. Сейчас будем ждать. Ну, я думаю, что мы недолго будем ждать, потому что народу практически нет. Никого. Так. Я, наверное, пока жду, отключусь, ладно? Ну, вернее, я даже единственная в очереди. Ближайшая 25. Это мой талончик. О, елочка. Так что с наступающим старым Новым годом, как бы это ни был каламбур. Клиент А 25. Пройдите к окну 1. Один. К окну 1. Здравствуйте. Можно я включу камеру? Ну, я могу вас не снимать, мне просто голос вас нужен. У меня несколько общих вопросов. Угу. Хорошо? Так, я так поставлю. Товарищи, я не снимаю специалиста, я просто вот так вот покажу. Там девушку, и девушку, ладно, да, блин. Я не снимаю вас, у нас общественное место, можно сейчас снимать. У меня даже несколько вопросов таких для своего канала. Только, пожалуйста, громко, да, можно, чтобы мне получить ответы. Для чего? Так согласовано, да, с руководством? Что? Ну, снимать. Ну, я снимаю себя. А мне только нужно от вас вопросы. Хорошо? Такая ситуация. Если в семье ребенок инвалид. Инвалидность, это как челюстно-лицевое. Это верхнее небо, мягкое небо, твердое небо и зайчья губа. Ребенка взяли в возрасте 14 месяцев, но она еще не была прооперирована. Было сделано ряд операций. Меня интересует, вот эти операции, они делаются бесплатно или по квоте? Или у нас платно? Ну вот у нас в Якутии, например, или вот по России, какая система? Это отдел квот за пределы республики. По квотам, то бишь можно спокойно сделать бесплатно такую операцию? В общем, подготавливает документы. Ну, кто направляет? Врачи подготавливают документы, и мы направляем в федеральную клинику. Ну, то бишь, не за пределами. За пределами. За пределами, вернее, не по республике. И это у нас получается по квоте, она бесплатная.
Нет, зависит от ответа клиники. Они могут от клиники сказать, что у них нет на бесплатной основе. Код у них нет, если могут платно взять. Могут и платно. Если перечень не входит. Угу. Так, сейчас немножко запуталась тогда я сама. Получается, а если по квоте, это оплачивает государство? Да, бюджетные все. А если родитель оплачивает, соцзащита потом компенсирует ему? Это, ну, тем более, если ребенок сирота под опекой находится. Это у них надо спрашивать. Ну, я сейчас туда поеду. Ладно, вот челюсть на лицевое, как бы так я спросила. А по зрению косоглазие, это вот относится к каким? Косметическим, ну, я не знаю, как правильно. Мы тоже отправляем запрос. Ответ зависит от клиники. Могут по ОМС, могут по ФОСе, могут платно. А, даже по ОМС это можно сделать? Да. Ну, да. Ну все, товарищи. От клиники зависит. В принципе, получается так, что есть возможность по квоте. Если нет возможности по квоте, то это платно. Сейчас в соцзащите мы узнаем, компенсируется или нет. А проезд и проживание, если это по квоте идет, родителю оплачивается? Нет, проживание не оплачивается. Если ребенок маленький, то... Ну, 4, есть, да, 6-7 лет. Палаты, которые мать и дитя. А, мать и дитя, но это оплачивается по квоте? Тоже от клиники зависит. Угу. Ну, есть там определенные у них эти. Например, у каких-то клиниках до 7 лет. Обязательно с мамой или там со скольки-то лет. Ну, все возможно. Это по желанию мамы. Ну, это от клиники зависит. Они, когда вызов отправляют, там уже все написано. Со скольки лет берут маму. И если большой ребенок, то уже самостоятельно. Самостоятельно. Ну, нет, там маленький ребенок. Проезд это тот соцзащита. А реабилитация, вот, ну это, наверное, тоже соцзащита. Проживание опекуна я тоже спросила. Ну вот все, не так страшно все. Просто мне нужно было знать, что существуют ли платно, бесплатно и квоты. Все возможно. Да. Главное, чтобы документы были, и мы отправляем запрос. Все зависит от клиники. Там по квоте принимают. Получается, по России же много клиник. Если не одна, так другая все равно согласится и сделают. Да? Можно только найти. Приезду, только... Соцзащита. Ну все, пойдем туда. Я надеюсь, что я это записывала. Да, записывала. Так, ну я не знаю, было слышно. Слышно, понятно, было ли все хорошо. Ну, такая ситуация, что если в клинике есть свободные, как говорится, квоты, то это все так оплачивается. Можно подать в разные клиники. Это вот так система действует у нас в республике. Они отправляют на материк. Федеральные клиники делают запросы. И чаще всего, что там действительно есть места свободно. Есть палаты мать и дитя отдельно. Поэтому мамам можно находиться. Даже если это за дополнительную оплату. Так, сейчас что у меня? Я недалеко, здесь рядом с соцзащитой нахожусь. Поеду еще там, уточни. И все. И вот по времени у меня буквально, ну сколько? Я час по городу всего езжу. Приехали мы в соцзащиту. Взяла на всякий случай паспорт, потому что там, по-моему, пропускная система, если я помню. Вот, Министерство развития. Сейчас покажу. Министерство социального развития. Значит так, ответ Министерства социальной защиты. То, что касается операций, то, что касается здоровья, это относится к Министерству здравоохранения. Поэтому можно подавать запросы в любые клиники, самому принести вызов в Министерство здравоохранения
и они возмещают вот это вот лечение. Но если это по квоте, сейчас я сяду, получается вот так. Со стороны социальной защиты возмещения нет. Это то, что касается по здоровью. Со стороны соцзащиты только идет пособие. И все, есть санаторно-курортное лечение, которое они полностью оплачивают. Ну, вернее, опекун затрачивается, покупает билеты, путевки, и потом соцзащита возмещает. Это санаторно-курортное лечение. Все, что касается, повторяюсь, здоровья, относится к Министерству здравоохранения. Вывод. Просто нужно посуетиться, поискать клиники, быть настойчивой. И кто хочет, тот получит. Кто ищет, тот найдет. Вот так. Вот такая экскурсия у меня сегодня по городу была. Ну, знаю, что у нас по республике эти операции на глаза, то, что не касается косметических операций, это делается все бесплатно. Ну, а все остальное специалисты пытаются найти в разных клиниках и сделать по квоте, либо по полису общего медицинского страхования. Естественно, если они сами нашли просто платную клинику, не министерство им предложило, а сами они нашли платную клинику, то эти деньги не возмещаются Министерством здравоохранения. А если есть показания, и вот я так поняла, правильно не поняла я или неправильно поняла, то нужно дружить с Министерством здравоохранения. Ну вот, я все успела. Сейчас поеду за детьми в школу. Скажите, зачем мне это все надо? Да в принципе. Сейчас я проеду. Мне хотелось узнать, как обстоят дела у нас с квотами и со всем остальным. И это ни в коем случае не самоутверждение, как мне написали в комментарии, что вы на этой ситуации самоутверждаетесь. Да Бог с вами. Вчера вышел ролик у Хамиды «Смех смехом», и она предложила перечислить деньги на счет клиники. Поверьте, с удовольствием это сделаю. И думаю, что многие поддержат и переведут средства на счет клиники. Ну, посмотрим, как будет дальше. Правильно, в этой ситуации всем жалко Надюшу. Ничего не поделаешь, что мама непутевая. Это мое мнение, и это не осуждение. Я на эту тему рассуждать, как говорится, могу долго и много рассуждать. Рассуждение и... Ой, Господи, как же там было написано? И осуждение — это разные вещи.
Просто все всегда делает нужно в свое время, что ли. Наверное, так. Не выспалась. Ой, простите. Повторю еще раз, что я не ожидала, что будет такое бурное обсуждение нашего ролика. Ну вот так получилось. Я, конечно, благодарю всех за поддержку. И дизлайков даже не так много. Ну вот просто я не могу понять, они действительно вот во все это верят? Или как? Я тоже смотрю иногда на мир через розовые очки. Ну, не до такой же степени. Ну, вроде бы все. Всем удачного дня, хорошего настроения. Всего-всего-всего. А то я не могу так ехать и снимать. Впереди не меня, это черепаха и машина тянется. Ладно? Все. Всех министерств, знаете, у меня такое чувство неудовлетворенности, что ли, недосказанности какой-то. Поэтому я решила узнать мнение очень... как сказать, квалифицированного специалиста, очень уважаемого мной, потому что я знаю ее очень много лет, 15 лет, это я только знаю, что она проработала начальником отдела опеки, в общем, 25 лет в Министерстве образования, ну, в системе образования, поэтому я хочу поговорить с ней. Дверь. Как я вам говорила, и говорю даже при Людмиле Григорьевне, что это самый замечательный человек в жизни, который я знаю. Я сейчас задам вопросы. Вы же 15 лет или больше проработали? 25 лет. Начальником опеки. Вот. И поэтому вот точно. Я сегодня проехала по всем министерствам. Вон, можете грамоты все посмотреть. По всем министерствам. Министерство здравоохранения. Министерство социальной защиты. И где я еще была? А, ну вот в Минтруда. Почему-то мне в Минтруде, в отделе, где эта опека, сказали, что компенсации на платной операции нет. Ситуация такая. В семье ребенок-инвалид. Взяли маленького. Ну, 14 месяцев было. Сейчас уже девочке 7 лет. У нее, значит, ну, волчья пасть по-другому называют. Зайчья губа. И, ну, сейчас операция на косоглазие, тоже без глаза надо. Какие у нас, возмещаются родителям эти затраты на операции или нет? Ряд операций сделано уже там вот по исправлению, ну, лицевых вот этих вот. Вообще, этот, есть какие-то? Ребенок инвалид, да? Да. Но прежде всего ребенок относится к категории детей-сирот, да? Это да. Ребенка взяли под опеку. Да, опека, ага. Значит, что я могу сказать, что части того, что вот проведение операций бесплатных, все это все должно делаться через Министерство здравоохранения. Они должны этот вопрос отрабатывать. То есть, возможно, там у них есть какая-то очередь, какие-то нюансы есть, но они ставят
Вот, и потом уже направляют на бесплатные операции. Точно так же, вот как меняют суставы гражданам, точно так же есть определенная очередь, ставят точно тут такая же система. Кроме этого, если сделали за свои деньги, значит, эти деньги должны инвалиду ребенку, оставшемуся без попечения родителей, компенсировать. Я считаю, что это должна компенсация идти через Министерство здравоохранения. Кроме этого, у нас есть федеральный закон, который регламентирует всю социальную поддержку инвалидов и, в частности, детей-инвалидов. Есть у нас 442-й федеральный закон, как раз по услугам, которые оказывает соцзащита именно и детям-сиротам, и инвалидам. И поэтому этот вопрос в любом случае должен быть решен. Опекун с этой стороны, вот как сопровождающий в больнице и везде. Вот, он как законный представитель идет. Да, да, а оплата на его? Здесь нужно делать оплату через именно соцзащиту, как ребенок-инвалид. Не вот. Именно не как сирота, нет, а как инвалид. Нет, именно как ребенок-инвалид. Вот то же самое. Потому что мы даже в свое время практиковали. У нас были дети-инвалиды, которые находились под опекой в приемных семьях. И если они везут ребенка, например, на то же санаторно-курортное лечение, у нас это сопровождение не оплачивается. И мы даже советовали им, чтобы они через Министерство труда и социального развития брали путевочки, потому что там именно сопровождение оплачивается. И у нас дети ехали, бывало даже такое, что пользовались два раза. Между нами говоря, то есть пользовались по линии Минтруда, соцзащиты, и пользовались у нас еще путевочками, как сироты. Ну, это все зависит ведь от родителя, да? Как он настоит? Конечно, это зависит от законного представителя, от родителя, как он настоит. Если ему отказывают, для этого есть надзорный орган, прокуратура. Он должен написать письменное заявление, например, по компенсации, например, за проведенную операцию на имя министра здравоохранения. Там у них есть комиссия специальная, которая рассматривает эти вопросы. В любом случае, им должен быть дан ответ письменно. Если письменно дан ответ, если граждане не согласны, они могут обратиться как в прокуратуру, так же и в суд. Это ихнее право. Ну, опека в этом случае что? Она может ходатайство и все что-то тоже, да, ну, содействовать? Ну, отдел опеки обычно мы ходатайствуем. Если это наш ребенок, относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мы, естественно, пишем ходатайство. Пишем ходатайство и в Министерство здравоохранения, и в Министерство труда и социального развития о том, чтобы они посодействовали вот в оплате вот этих средств, которые затрачены именно на операцию. Вот тут вот я просто поражаюсь. Вот я объехала 3 ведомства, чтобы получить только у вас конкретно вот такой ответ. В общем, толком там. Но единственное, да, что мне объяснили, что министерство этого, как его, елки-палки, здрав, они могут возместить. Да, да, да. Полностью все эти. А не может так быть, что вот обещали, что квота-квота есть, а потом вдруг бах, и сказали, что после Нового года квоты нет, и вам придется оплатить эту операцию. Ну, правильно, если есть у человека деньги, он может оплатить, но потом он сдает все эти документы, как положено, сдает Министерство здравоохранения, и эти деньги возвращаются человеку. А, ну, вообще. Это даже делается не только инвалидам, даже простым гражданам. Вот я знаю случай, у меня знакомая поехала, ей делали операцию, тоже на коленном суставе. Она поехала, сделала за свой счет, учитывая то, что квота там 1.5 года или сколько ждать надо, а у человека уже такое было состояние, что она вообще ходить не могла. Она сдала все документы, ей вернули. Ну вот. Я не знаю, какая проблема в этом. Ну, оказывается, есть в этом может проблема. Быть, проблема будет тогда, когда конец года, что средств нет, то другое, но нет, обычно идет на следующий год. Но. Может быть, там какое-то время определенное. Это же не сразу там, вот прямо сегодня сдал документы, завтра получил. Но. Там определенный какой-то срок на это проходит, но это все компенсируется. Ну вот. Ну так что вот так. Я думаю, что лучшего ответа просто на сегодняшний день нет. Это ты куда? Ну вот, я думаю, что вы все услышали, что и как.
и как работает система. Было несколько высказываний. Ну, мне кажется, вот это самое правильное. Ну, как правильное? Четко, ясно и понятно. Ну, а потом сами уже делайте выводы. Наконец-то еду домой. Не, вернее, уже была, я же детей привезла. Ой, машина не открывается. Ну, теперь уже точно все.